Все, пришли. Это станция. Привет, брат. Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен? Ищи возле бара. Так ты здесь впервой? Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Лоха! Ты заглядывай, тут весело бывает. Ты думаешь, они его не пристрелят? Не факт. Вот если начнется пальба, пристрелят однозначно. Расскажу, как надо контролёрам валить. А! Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. Бай! На обратном пути подхожу к нычке. А там, ёшкин кот, контролёр тусит. Как дела? И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролёр не контролёр. А хабар-то забрать надо. И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной байдой, на все эти его понты мне станет насрать. Ну и знать, что делаю. Беру решетку металлическую, что рядом валялась. И ей так, значит, закрываясь, потихоньку бреду. И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Вот ведь ирония жизни, а? Друг дружку закопать. Вот так быстро, приятель. Ты оружие-то опусти, опусти. Ну, я слушаю. Ну, привет. Пока. Ага, так это ты, значит, спец по норам. Ха! Ладно, ладно, не переживай. Ребята все толковые и надежные. С мутантами быстро разберутся. Привет! Вроде последний.
контролер! Осторожно! Слушай. Да-да, я слушаю. Здравствуйте. Все... Удачи тебе! В натуре голяк. Хоть бы олень какой попался с хабаром. Или лучше с баблом. Лоп!
Волыны гною!
электроникой здесь то же самое. При этом система защиты от выброса цела. Что же это было? Два тела. Похоже, погибли при касании. Ничего ценного, все вынесли. Информация с бортового компьютера удалена. Но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Еще шаг, и он... Вот это спасибо. Вытащил меня.
Встретимся возле вокзала. Видели бы, как я артефакта на днях намутил? Это нечто. Реально говорю. Но вы про карьер что не знаете? Так вот, там ништяков больше не осталось. После Флинтова нам искать нечего. Это каждый бывалый знает. Бывай! Сколько тут еще дряни все? Здоров. А если кто думает, что Флинт лапшу двигает? Что так скажешь, брат? На базе подкатит и спросит, а, здравствуй. Охотнички одни как-то встретили. И давай сразу. Флинт, помоги. Ой, да без тебя ж никак. Хотели, понимаешь, химеру завалить. Но пришлось показать высоту. Ну рассказывай, я весь... Я как всегда прямиком в логово. Одного только возле входа поставил. Пасти, когда химера вернется, мне сигнал дать. А он под утро заснул. И химеру провтыкал. Только ее жопу увидел, сразу сдрыснул. Пришлось самому отбиваться. Ну и отбился, как видите. Плохо! А! Внимание, анекдот. Идет новичок по зоне. Замечтался, а врага не заметил, и как покатится под откос. А внизу мясорубка. Ну, сталкер думает, все, прощай, мама. И тут его кто-то цоп. Смотрит, это зомби его схватил и тянет теперь куда-то. Сталкер его и спрашивал. Зомби, это спасибо, что от мясорубки спас. А куда ты меня тащишь? А зомби ему. Контролер свежее мясо любит, фарш не любит. О еде разговаривать нельзя. Ничего тогда. Бай!
Покедова! Мужик, ты оружие-то спрячь? В городе по-людски жить не давали. Что тут началось? Долг этот долбанный. Вояки скоты. Не чтобы оставить зону в покое. Тихое местечко, если к местному населению с расспросами не лезть. Спокойно тут, как на курорте. Почти пришли. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. Так-то. Ну что, вижу, у тебя от вопросов язык чешется. Оно и понятно. Чё б не поговорить? В общем, выкладывай.
Здравствуй. Пока. Чего тебе? Ну? Я слушаю. Здравствуй. А, подходи. Спрячь оружие! Только на свежем воздухе.
спрашиваете, сталкер? Не вопрос. Оружие только спрячь. Как дела? Судни оружием не машут. Будь добр, спрячь пушку. Привет. Здравствуй. Заказ. Привет, брат. Слушаю тебя. Ни за что б не поверил. Как говорит... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не пойду. Шутку юмора. Как-то раз сидим мы с мужиками в засаде. К вечеру ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что твоя теща. И тут ты меня за плечо осторожненько так трогает. Я оборачиваюсь, а там кровосос. Ну да я не растерялся, как сяру, как прыгну на него и давай ему глаза замазывать. Спрашиваете, чем кровососу глаза замазать можно? Как увидите кровососа... В двух шагах узнаете, чем. Само найдется. Да я, Сыч, заваливай ко мне, есть о чем говорить. Срочно! Так, ребята, мы свое дело сделали, возвращаемся. А ты не забудь заглянуть к зверобою на Янове. Скажешь ему, что раненая химера склеила ласты. И долю свою получишь.
Опача! Это топ-фраер с нехилого... Братва! Так что оружие спрячь. Привет, брат. Оп. Живы. Ну, привет. Ну, Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Да, настроение хуже не бывает. Да чё ты топчешь? Пить как охота. Квас вот сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Рука из-за горла его цап, и такой щиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка зачем нужна? А хорошо. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела, схворчащий, сочный. Я тут вспомнил вот, как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Привет, брат! Опа! И ты заваливаешь! Слушаю тебя! Есть. А все-таки накоплю на свой домик, чтобы речки, и леса, и не радиации тебе, ни твари, ни сволочей разных. Блин, вы или опускаете глубже, или держите дольше, но мутные ни хрена не видно. Ик.
Живы будем. Пересечемся. Вот, здравствуй. Всегда такая пруха была. Это если прикинуть. Так. Оружие опусти, мужик. Привет, брат. Слушаю тебя. Привет, брат. Дурак, вот дурак. Ну, знаешь же везение свое идиотское. Артефакт. Одни тропы нехоженые и твари некормленные. Ну, привет! Как дела? Четыре таких похода, как вчера. Да если бы еще... Хай! Скат-4, прием! Прием! Отвечай, Скат-4. Группе Скат, внимание! Говорит Скат-1. При возникновении чрезвычайной ситуации точка эвакуации Б-28. Повторяю, Б-28. Ну, здорово. Здравствуй. Чего расскажешь хорошего?